Ну вот мы и сделали с ней горяка. Аня довольна с ним. Наш охранник, наш компаньон. Да. На ближайшие 5 дней. Вот. Он будет нас охранять. Будет принимать уловы. Будет самым главным, как это, весами. Всю дань мы будем приносить, да, сначала ему. Да, в ноги поклонимся. Потому что вообще на 50 километров ни души, вообще ни души никого. Да, и даже за второй сутки никто еще не проехал по нашему лесу шикарному. Да, вот. И мимо нас. А сегодня вообще тихо. Ну, главное, чтобы чуваки, которые едут оттуда, не напугали. Ага. Будет... Его за версту будет видно, да. Вот. Ну вот как-то так. Чубчик вообще отменный получился. Давай. Ладно. Потом фотосессию устроим.